Друзья, всем привет! Наступает сезон кабачков. И сегодня с вами я хочу приготовить легкую сочную закуску из жареных кабачков на сковороде гриль в соевом соусе. Такие кабачки можно приготовить за считанные минуты, имея под рукой эти летние овощи. В сезон они стоят недорого, и вы их можете готовить хоть каждый день, подавая их к мясу, курице, колбасным изделиям, к отварной или запеченной картошечке или рыбке. Все ингредиенты и количество пропишу под видео, заходите смотреть. И, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. А я начинаю готовить. А сейчас приготовлю очень вкусный маринад для кабачков. Для этого в небольшую чашечку вливаю 60 мл соевого соуса, добавляю 3 столовые ложки лимонного сока, 1 чайную ложку прованских трав, 1 чайную ложку сладкой паприки. Добавлю щепотку соли. 3 зубчика чеснока я пропустила через пресс. И сюда же добавляю острый перчик чили. Если у вас есть свежий перчик, нарезайте его мелко и смело отправляйте в маринад. Маринад я перемешаю и отставляю. А теперь займусь кабачками. Кабачки тщательно промываю в воде, срезаю хвостики с обеих сторон плодов и нарезаю их кружочками толщиной не менее 0,5 см. Но мне нравится кабачки нарезать чуть наискосок, чтобы получались красивые язычки. Заметьте, кабачки я не очищаю. В этом необходимости нет, так как они молоденькие. Теперь нарезаю ароматную зелень, кинзы и петрушки. При желании сюда можно добавить немного укропа. Сегодня кабачки я буду обжаривать на сковородке гриль. Мне такое приготовление очень нравится, так как здесь минимум масла. Сковородку я слегка смазываю растительным маслом, выкладываю на сковородку кабачки и обжариваю их буквально по 2 минутки с каждой стороны. Кабачки должны у вас хрустеть. Они не должны быть очень мягкими. Обжаренные кабачки я вначале отправляю в тарелку, даю им слегка остыть, а затем отправляю в стеклянную форму. У меня есть вот такая небольшая стеклянная форма, она с крышкой, и мне нравится в ней готовить разнообразные закуски. Кабачки я выкладываю в один слой, сверху посыпаю ароматной зеленью и поливаю приготовленным маринадом. Таким образом, форму я заполняю до самого верха кабачками. Такая закуска готовится очень быстро, просто, она бюджетная и всегда вас выручит. Кабачки получаются хрустящие с минимум масла. Такую закуску я готова готовить, вот честно скажу, даже каждый день. После этого, как форму я заполняю кабачками, я ее плотно закрываю крышкой и отправляю в холодильник на 1-2 часа, а после этого можно уже эту закуску подавать к столу. Приготовьте, друзья, вам она обязательно понравится, и вы будете готовить снова и снова. Прошел 1 час, я кабачки уже достала из холодильника и буду их кушать с очень вкусным шашлыком. Также их можно подавать к рыбным блюдам или к картофелю. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также подпишитесь на мой второй канал и заходите в группы. А вам всем скажу, готовьте как я, готовьте лучше меня и экспериментируйте на своей кухне. А главное, готовьте с любовью. Встретимся, друзья, в следующем видео. Вам хорошего настроения и теплых-теплых летних дней. Всем пока-пока!